Добрый день, дорогие друзья! Хочу вам рассказать сегодня про одну из наших складских коллекций фабрики Имола. Фабрике больше уже 140 лет. Имола создала данную коллекцию The Room, в которой собраны самые, как так сказать, различные виды ткани. Коллекция идет уже в тонкой толщине, это 6 мм. Она может быть и в традиционных форматах 60 на 120, и также в больших форматах, это больших слэбов. Но складскую программу мы вам предлагаем в таких более востребованных форматах 60 на 120 и 120 на 120. На полу у нас выклеен цвет, который называется Black Dali. Это камень из Центральной Америки. Камень принадлежит к семейству ониксов, хотя это разновидность мрамора. И посмотрите здесь, какое уникальное сочетание. Здесь идет вариация цвета от черного до светло-бежевого, даже такого совсем светлого, можно сказать, цвета оникса. На полу матовая поверхность, но также существует и полированная поверхность. Также хочу сделать акцент на некоторые виды камня. Крема деликата. Это вот утонченный как раз итальянский мрамор. Мрамор настолько деликатно смотрится вообще в любых интерьерах и сочетается как раз со всеми активными видами мраморов, что собрано в этой коллекции. Один из самых удачных видов мрамора и один из самых продаваемых. Здесь также две поверхности полированные матовые, но в матовой есть очень уникальная особенность, то что они показывают жилу, и жила такого кровяного рыжего цвета, что при правильном освещении она светится и она живет. Есть еще один очень интересный мрамор, это Infinity Black. Родиной данного мрамора является также Южная Америка. Здесь достаточно характерный черно-коричневый цвет. В интерьере камень выглядит очень выигрышно. Вообще это такой достаточно брутальный, строгий интерьер, особенно в мате. В мате камень сочетается с натуральным деревом. Смотрится очень эффектно и красиво. Камень очень брутальный. Наши итальянские производители уникальны в том, что они ищут как раз тонкую грань в производстве своих материалов. Вот вы здесь видели, насколько разнообразные виды именно мрамора, да, это мрамор. Этот материал может сочетаться друг с другом в одном интерьере. С тонким материалом работать намного легче. Отлично монтируется на стену, так как он достаточно легкий, не нужны никакие специальные дополнительные армирования на стену. Он обычно клеится на керамогранитный клей и, пожалуйста, создает вам ваш уникальный, уютный, эксклюзивный интерьер.